Во Владикавказе на фасаде пятиэтажного дома на пересечении улиц Мамсурова и Зангиева появилось изображение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Символично, что граффити сделали в преддверии чемпионата Европы. Станислав Черчесов изображен в спортивной футболке с гербом России на фоне достопримечательностей столицы республики. Высота рисунка составляет 15 метров, ширина 16. Граффити с изображениями футболистов сборной также появится в городах Братск и Балашиха. Напомним, Станислав Черчесов стал тренером главной команды России в августе 2016 года. Под его руководством наша сборная успешно выступила на чемпионате мира, дойдя до четвертьфинала. Этот результат стал лучшим в футбольной истории страны.